Зажигай свечки. Не, у меня он сейчас укрутился. Давай, 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 он идет. У меня нету свечей. Так, а что у тебя? А, ну давай, он идет. Блин, так старалась, этот шоколадка упала. Давай. А где это? Наверное, не его машина остановилась. Его я видела, он с кем договорить. А, по телефону? Красотища. Все, ты талантище. Ну, у меня не такой получился, как я думала, что получится. Да, просто талантище. Можешь открывать свою кофейню. Я бы свечечки поставила. Оставь, он же мальчик, не надо еще есть. Вот у тебя есть там с днем рождения. Мультянтроязка, мультянтроязка, ля мультянь. Кынта, кынта, кумина, кынта. Мультянтроязка, мультянь. Чина сатроязка. Бальмен курч тексту. Чина сатроязка, чина сатроязка, ля мультянь. Доринчик, мандаринчик, сатраяска, доринчик, сатраяска, ламульц. Но вот луминаре там. Ребятки, всем привет, привет и добро пожаловать на канал. Давненько меня здесь уже не было, наверное, уже, ну вот с прошлого воскресенья. Я знаю, что вы за меня переживаете, но, честно говоря, не было времени даже написать пост. Я сегодня подумала, надо как-то отметиться на YouTube и написать текст, но даже для этого дела у меня не хватает времени. Дело в том, что сейчас я хочу поменяться из одной... Валя, скажи привет, покажи привет. Из одной клиники в другую клинику, и эта клиника, в которую я хочу поменяться, запросила очень много новых обследований, то есть полный пакет документов заново мне нужно им принести. А вы знаете, как это тяжело, особенно сейчас, решить за короткий срок. Мы все делаем по платному, потому что если ждать и делать это бесплатно, это длится огромное количество времени. И я надеюсь дней за 10, ну вот до конца следующей недели отнести. Я смотрю, если у меня записывается или нет, потому что иногда я включаю, иногда забываю его включить, и тут бла-бла-бла, и у меня съемка не идет. Я надеюсь, что я за 10 дней все решу. Отнесу это все, и уже через неделю я войду в привычный график, буду, как всегда, с вами почти в каждый день. Почему я хочу поменять клинику, вы уже знаете, и еще был такой казус, что моя старая клиника узнала, что я ходила за вторым мнением в другую клинику, и просто-напросто, когда я заявилась на прием, они меня оттуда вышвырнули, сказали, хотела лечиться в другой клинике, ну таки, пожалуйста, возвращайся обратно. Вот так, не буду это все сейчас размусоливать, можно было, вот и Дедушка Мороз вернулся домой. Можно было, конечно, это все через адвоката, можно было идти в, не знаю, там к этому главврачу, конечно же, можно было, нельзя просто так выгонять пациента, но честно, уже вот. Сейчас у меня есть шанс поменяться, если у меня получится воплотить этот шанс в реальность, потому что я до сих пор еще не уверена, тогда будет хорошо. Смотрите, что Дорин получил в подарок на день рождения. От Николеты. Смотрите, импфштоф. Импфштоф. Импфштоф в переводе с немецкого это прививка или вакцина. Так что сейчас завакцинируем мужа. Белое вино. Чудесненько.
Ладно, друзья мои дорогие, я надеюсь, что вы меня дождетесь, что вы останетесь на моем канале, и мы будем вместе. Ну, по крайней мере, я очень буду ждать свою долгожданную победу над врагом. А я вас всех целую, обнимаю, жду вас у себя на канале. До новых встреч. С вами была Кара. Пока-пока.